We'll be right back.
Всем зрителям и подписчикам канала Райская усадьба привет! Сегодня мы построили душ длиной 2 метра. То есть, по сути, это душ метр на метр плюс предбанник метр на метр. Душ обшит у нас цветным поликарбонатом серого цвета. Внутри имеется бак на 200 литров. Также есть козырек, парник, так называемый. Есть шторка, есть крючки. Есть комплект для душа, это лейка, держатель. Также установлена мыльница, деревянный трапик. Все, зашел. Повернул и моешься. Чтоб никто не заходил, дверь можно закрыть изнутри. Как-то так. Помимо душа клиент также заказал скамейку. Скамейка обшита досками пропитанными. Каркас труба 20×20. Покраска полимерно-порошковая. На этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.